Приветствую вас. Интересно, что задавая вопрос нам, вы не задаете как таковому вопрос. Ну, то есть, понятно, что есть родители, которые против вашего молодого человека. Против они довольно агрессивно, да, то есть до угроз доходит дело, до драк, правда, кого с кем непонятно, и это что получается, что ваша мама, например, лезет в драку с вашим молодым человеком, то есть здесь вот все не так, на мой взгляд, однозначно и понятно, как могло бы быть. Вот. Ну, а вы, собственно, говорите, что, ну, как же так, я вот хочу с этим молодым человеком быть вместе, мы хотим быть вместе, и, в общем, все. То есть, по сути, ваш вопрос на этом заканчивается. И несколько непонятно, чего вы хотите в этом контексте именно от психологов. Да. Что мы-то можем для вас сделать? Ну, то есть я, конечно, понимаю, что вы хотите, чтобы вам как-то, вот, наверное, помогли сохранить отношения. Я понимаю, что вам, наверное, хочется, чтобы мы как-то вот вам помогли эту ситуацию разрешить. Но проблема заключается в том, что родители ваши, они останутся теми, кто они есть, они не поменяются. Ваши родители, они как вот были определенными людьми, они так определенными людьми и будут оставаться. И для них это нормально. К сожалению, или к счастью, ну, скорее всего, к сожалению, для вас, потому что, ну, в любом случае, а вам в любом случае это неприятно. Вот. И нужно, во-первых, понять вам, почему они вот такие. Почему они ведут себя именно так, вот с чем это связано, что они ведут себя так. И думается мне, что связано это в первую очередь с их желанием, с их потребностью вас защитить. То есть такая вот немножечко, я бы сказал, наверное, извращенная форма защиты вас. Либо это достаточно серьезная, эгоистичная форма желания удержать вас рядом с собой. То есть вот они прямо хотят, чтобы вы были с ними, они прямо хотят, чтобы вы были только с ними, исключительно с ними. И понятно, что это довольно эгоистичная позиция. Понятно, что это неверная позиция. Понятно, что это позиция, нацеленная только на, вот, собственно, на их желания, на их потребности, на их какие-то вот мотивы. Это, безусловно, понятно. Я хотел бы, чтобы вы об этом подумали как следует и поняли одну простую, на мой взгляд, вещь, что это ваша жизнь, и что вам решать, как ее проживать, и что не могут другие люди, кем бы они ни были, ваши родители, не ваши родители, не могут эти люди все за вас решать, как вам жить. Это было бы неправильно. Это было бы
неверно, неэтично, несправедливо по отношению к вам в любом случае. И чтобы такой ситуации не происходило, чтобы такая ситуация не возникала, вам нужно, именно вам, к сожалению, именно вам нужно уметь делать выбор. Уметь делать выбор так, чтобы он зависел только от вас. И не оглядываться на мнение других людей, в частности, ваших родителей. У которых, безусловно, есть своя правда, у которых, безусловно, есть свои взгляды, у которых, безусловно, есть свои убеждения. И они эти убеждения по-своему верны, но только для них. А вам нужно понять, что для родителей вы всегда будете оставаться тем человеком, которого нужно направлять. Именно направлять. То есть, что это значит направлять? Это значит, нужно этому, такому человеку указывать, нужно такому человеку постоянно там напоминать, направлять его куда-то, понимаете? И это нормальная позиция для родителей, но, конечно, ненормальная позиция это с вашей точки зрения. Так вот и подумайте, просто подумайте, почему вы позволяете себе ориентироваться на это. Почему вы позволяете себе обращать внимание на это? Ну, думают родители так, это их право. Они хотят вам счастья, они, например, боятся, что вы там, ну, грубо говоря, может быть, не будете счастливы. И это, опять же, это их право так думать, а у вас свое право. У вас свое право жить так, как вам хочется, и я хотел бы, чтобы вы задали себе вопрос. Что заставляет вас обращать внимание на поведение ваших родителей? Что заставляет вас обращать внимание на то, как они себя ведут? И имеете ли вы хорошие, правильные, адекватные представления о том, какими должны быть ваши границы, ваши личностные границы от, собственно говоря, родителей? И какие блоки стоят у вас на пути к этому? И стоят ли они вообще? Вот об этом, я думаю, вам нужно подумать. Об этом, я думаю, вам нужно просмыслить как следует. И уже вот, собственно, после этих размышлений подумать, есть ли какие-то блоки тому, чтобы жить самостоятельной жизнью, есть ли какие-то блоки у вас. Вот. И если этих блоков нет, то живите, наслаждайтесь своей жизни и так далее. А родителям оставьте их выбор, их жизнь. А вам оставьте свою. Я думаю, что это справедливо. Я думаю, что это нормально. И пусть для вас это станет, может быть, первым, но не последним серьезным выбором вашей дальнейшей взрослой жизни. На этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, что помог вам.
Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!